Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о лапке с фиксатором. Задаете часто этот вопрос, что это за кнопочка такая у лапки. В некоторых моделях, в основном у машин с горизонтальным челноком, эта лапка идет в комплекте. К машинам с вертикальным челноком у них в основном установлена лапка универсальная для прямых строчек зигзаг, но без кнопочки. Можно приобрести эту лапку дополнительно. Она у нас есть в наших магазинах. Давайте перейдем к делу. Для чего этот фиксатор? Мы с вами уже видели, я снимала видеообзор, как мы проходили утолщение при помощи пластины для трудных мест. Мы подкладывали ее под пяточную зону лапки. Она помогала нам выровнять лапку наравне с толщиной. Эта кнопка, фиксатор, работает аналогично. Давайте я вам продемонстрирую сейчас. Выбираем прямую строчку и приступаем к работе. Начинаем строчить, строчим до утолщения. Все, оставляем иглу в ткани внизу, поднимаем лапку. Теперь нажимаем на кнопку на фиксатор. У некоторых лапок она находится с правой стороны, у некоторых с левой. Для чего мы делаем? Мы подняли лапку и тем самым выравниваем. Смотрите, она сейчас идет параллельно нашему утолщению, то есть вровень. Да? Мы ее зафиксировали, зажали, опускаем саму лапку и все, кнопка эту лапку зафиксировала. Теперь можно продолжать шить. Без проблем. Вот такое замечательное устройство у этой лапки.